Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня опять прохождение угольной армии. Попробуем поставить получше результат, чем в прошлый раз у нас был. Я на прошлом, по-моему, 690 наколотил. Сейчас посмотрим, что там у нас был за состав. Так, Form Team. Вот такой вот составчик был. Была у нас сердцеедка, в принципе, довольно-таки неплохо у нас получалось. Сейчас посмотрим. Так, лобник. Такая вот сердцеедка. Интересный состав. Давайте попробуем его же. Сейчас попробуем только питомцев. Расставлять все. Такс. Так, психощит. Давайте тут просто поменяем. Надо кого-то пиромага найти, что-то в этом роде, чтобы быстрее убивать. Вот этот данный вариант это не катит. Так, отлично. Питомцем поставим панчбокс. Так, первый готов. Дальше исцеление. Сюда ставим живу. Так, и сюда тоже надо найти сейчас кого-то пиромага. Как вы помните, я бегаю тут без барыжея. То есть мне он, по сути, уже не актуален, так как есть куча питомцев, которые отхиливают, этого вполне хватает. Плюс ворожай нам мешает, он замедляет. Отлично, хранитель леса. Смотрим, кому такого интересного можно хранителя поставить. Рогатка, Махатма, Асура. Давайте Асурику поставим. Ну давайте уже что-то интересное, пятое, можно четвертое, в принципе, там разница небольшая будет. Не хотят. Так, отлично. И наша тыка. Такс. Тыква собрана 2, да? Дальше у нас стрелок. Делаем такого вот стрелка и сюда поставим оживление. Хотя, в принципе, они не должны слить. Давайте не будем ставить. Давайте поставим не оживу. Давайте поставим вот так вот. Так, стрелок у нас собран.
Рудольфик. Есть. Огник. В принципе, даже нету, лучше красную ставить бравлера. Она больше атаки дает. Так, ну огника тоже надо. Это и дело, что я всех пиромагов поспевал. Так, сюда чека бума ставим. Дальше кто у нас там еще был? Так, а ну показывайтесь все, кто там есть. Розалинда. Розалинда, Воодушка, 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 конечно, хорошо. Уберем, попробуем то же самое. Вот так вот сделать. Так, и ей мы поставим нового питомца. Анубис. Анубис у нас будет вот такой вот. Ничего не меняется. Мы поставим. Так, окей, вроде собрали всех. Смотрим еще разок. Да, все собраны. Так, дальнейшие наши действия. Давайте посмотрим, сколько там только набили. 696. Вот так вот. Ну, поехали. Если помните прошлый раз, если нет, можете пересмотреть, там мы тоже таким же составом бегали, только там было меньше рун смотрителей, здесь уже их намного больше для дополнительного урона. Так, 11-я волна. Ну, как видите, с 20-ми прорывами, мне кажется, тут даже можно не париться про тот же самый отхил. Жизни у героев в два раза больше. Плюс урона намного больше. То есть их нереально там слить этим героям, которые есть. Но единственное, они могут убиться на отражалке. Это самая проблемная, скажем так, что может быть. Ай-яй-яй-яй, немножко разбежались, к сожалению. 669. Ну, в принципе, видите, стабильный уже у меня дамаг. Так, хорошо, давайте теперь пробуем другой вариант. Уберу я, рискну психощит убрать. Сделаем вот так. Раз, тыковка вместо живы. Два. Анубис. Воодушевление оставим его. Факт. Нет, а мы все оставим. Так. В принципе, вроде все. Остальное все точно так же оставляем. Поехали. Заход номер два. Ну, 669. Это где-то в топ-50, наверное.
даже дальше, видите, кто в общем попал. Ну, 670 миллионов, ребят, без напряга стабильный фарм. Ну тут надо, чтобы удачно просто вышли демоны, и герои, как видите, разбегаются в одну сторону. Надо либо их всех в угол ставить. Тут опять же рандомно все будет, откуда демоны зайдут. Чтобы все герои вместе загрелись, тогда можно немножко больше убить. Так, в принципе, думаю, все одинаково проходят. Надеюсь, что в дальнейшем нам дальше сделают. Волны откроют. Было бы неплохо, неплохо сделали бы волну 100, например. Вот это был бы интерес у людей. Так получается, локация вроде интересная, блин, а проходить-то уже нечего, нам удобно с такими прокачками. Ну, без проблем. То есть можно даже не заморачиваться над живой. Они без проблем тащат. И таким вариантом. Ух ты! Видали, что было? Красиво, красиво слились, блин. Особенно сердцеед. Ну вот опять тот же самый вариант. Разбежались немножко. 644. Вот вам отражалка, ребят. Просто тупо на ровном месте. Так, поможем. Поможем собрать. Не пожалеем. 400 кг. Так. Ничего себе, лазурь добавили. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, какие составы вы хотите увидеть, я постараюсь вам их показать, если не здесь, то на другом сервере. Всем удачи, всем пока.